25 декабря в концертном зале инженерного корпуса школы 548 поселка совхоза имени Ленина состоялась премьера благотворительного концерта-спектакля «Король Лев», посвященный окончанию года и десятилетию архитектурной студии «Арка». Более 150 учащихся были задействованы в этом музыкальном спектакле под руководством режиссера-постановщика Марьи Лайер. «Короли приходят и уходят, как и солнце. Когда-нибудь, Симба, взойдет солнце моего правления и взойдет с тобой». «Это все будет моим?» «Все!» Присутствующий на благотворительной премьере директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Николаевич Грудинин так прокомментировал увиденное. «Мы считаем, что это самое лучшее, что может быть в жизни. Вот ради этого стоит строить такие школы, жить. Ну, мы в восторге». В итоге ЗАО приняло решение оплатить все затраты на этот спектакль из средств предприятия. «Совхоз принял решение компенсировать все затраты, связанные с организацией подготовки этого спектакля». Юные артисты не могли сдержать эмоции, рассказывая нашей съемочной группе о своих переживаниях. «На сцене творилась просто какая-то невероятная магия. Мы очень старались, очень к нему готовились. Сыграли здесь репетиции с 12 до 9 часов вечера где-то. Очень много сил уходило, но это того стоило. Декорация, да. Да, музыку записывали, весь вокал сами. Все была хореография. Было все. Декорации. Мы построили эту сказку с нуля. Когда они играют, я за кулисами стою, у меня просто мурашки по коже. И я пойду еще раз смотреть. Хочу еще раз. Потрясающе. Вот такие учителя в нашей школе. Школа – наш второй дом, каждый друг друга знает, все ходят друг к другу в гости, и все просто счастливы». В завершении дети поздравили всех с 2020 годом. «С Новым годом! С Новым годом! Поздравляем! С Новым годом! Поздравляем с наступающим Новым годом!» Спектакль закончился, подарив всем чудесное настроение. Но впереди нас ждут новые постановки театральной студии «Хлеб». Екатерина Орлова и Дмитрий Бондаренко. Специально для ТВ «Совхоз».